есть это закрытая каменка, вот эта печка, но она сейчас запечатана, потому что момент, значит, каменка, она закрытая, то есть она утоплена в печке и закрывается дверкой. Вот металлическая сетка вот такая, просечно-вытяжная. Значит, это второй слой штукатурки после дранки. Будет соль установлена вот так до самого потолка, она будет вот сюда спускаться, здесь по щитку, чтобы не было трещин усыхания, потому что это глина, песок, ой, или звездка. Значит, делаем вот так 2 раза в день. Ну вот, находимся мы в той же бане, то есть баня с 2 парилками, с разными климатическими зонами, да, то есть у каждой концепт, у каждой парилки свой. Если там в большой парилке была печка с прямым нагревом камней, да, то есть, ну, полуобращенка, скажем так, соколовская, то здесь печка косвенного нагрева, ну, она даже с кулинским ложем для камней, с кулинским, но концепт другой маленько, чем у них. То есть это закрытая каменка, вот эта печка, но она сейчас запечатана, по рабочему моменту, значит, каменка, она закрытая, то есть она утоплена в печке и закрывается дверкой. Это чисто русская баня, чисто русская. Баня по-белому, да, то есть то, что шиком было, скажем, в дворцовых банях, да, то есть вот в Кронштадте, в Екатерининском дворце баня, Екатерины в Пушкине, да, то есть там, это бани по-белому, то есть топятся печками кирпичными, нагреваются за счет вот лучевой энергии, и камни изолированы от огня, то есть они там на чугунном помосте камни лежали, вот у Екатерининской бани. А стены, парилки, утеплены также наружные конструкции, то есть вот наружные ограждающие стены, да, то есть здесь места мало, парилочка маленькая, значит, здесь просто 5 сантиметров, ну, скажем так, арболита, да, арболита, то есть это стружечная стружка, глина и звездка опилки. Вот металлическая сетка вот такая, просечно-вытяжная, значит, это второй слой штукатурки после дранки, сначала по дранке поштукатурено, потом вот это второй слой по сетке, и третий слой, это вот стекловолокно, ну, стеклопластиковая сетка. Почему? Потому что поверхность очень сложная, и предполагается еще декоративную штукатурку нанести, то есть, ну, с какой-нибудь фактурой. Концепт этой парилки – русская баня. Значит, что здесь есть? Потолок здесь 3-метровый был, там 3,40 вот здесь, вот он, по-моему, в этом месте, вот здесь. Там также идет вентиляционная труба, как в той парилке. Чтобы сохранить тепло, надо сделать максимально герметично запечатать стены. Опять же, герметично запечатывать нельзя, иначе мы угорим. Поэтому надо побелить, чтобы звездка поглощала угарный газ. И угарный, и углекислый газ, чтобы она забирала из атмосферы, то есть очищала атмосферу. За печками сделаны вот конвективные рубашки, которые дают тепло. Тут вот 3-сантиметровая щель. Она тоже поштукатурена по той же самой схеме, да, то есть как бы абсолютно по той же самой схеме поштукатурена глиноопилочной смесью со звездкой и закрыта фольгой, чтобы за печкой, да, чтобы лучи отражались обратно на печку. То есть, значит, еще когда печь же сам выполнял тоже, то есть до того, как начал? Печку я делал, да, то есть изначально вот уже концепция была продумана до начала строительства печи, то есть стены вот за печкой были поштукатурены и обиты фольгой, то есть после этого печка отступлена. То есть отступочка 3 сантиметра от стенки, то есть, и все, дальше пошла кладка. И я абсолютно не боюсь за противопожарные разделки, потому что воздушная прослойка плюс дерево защищено. То есть штукатурка, она не горит под штукатуркой. Известь не дает угарному газу, именно угарному газу и углекислому газу, активизировать процесс как раз окисления. Что такое горение? Да? Это соединение углерода с кислородом. А угарный газ – это СО, то есть это уже окисленный углерод. Вот, известь его поглощает для своей кристаллизации. Потолок здесь, вот, ну, конструкция, сама архитектура здания такая, что потолки здесь наклонные, типа мансардные, да, то есть, и решили это дело использовать для создания купола. То есть как раз очень удобно, что задняя часть там, она ниже, да, вот этого вот бревна влаги, здесь она выше, то есть парилки. Ну и решено было сделать купольную, да, то есть по типу хамама, но немножко другой. Для чего? Для лучшей газодинамики. То есть газодинамика какая? Для пар, когда поддаешь, вот здесь в каменке, вот здесь каменка, вот тут находится, пар поддаешь, он поднимается струей кверху и концентрируется вот здесь, в максимально высоком месте. А потом, остывая по стенкам, ну, расталкивается, если волна пара большая, расталкивается вниз. Высокого полка здесь не создашь, потому что надо делать 3 ступеньки, чтобы на него удобно было подниматься. А места-то нету, ну, по площади, где сделать 3 ступеньки. Мы можем только 2, и то 1 выдвижную сделать. Поэтому вот пришлось потолок немножко ронять. Паровлажностный буфер в виде штукатурки, о чем я уже говорил в большой парилке, да, паровлажностный буфер. То есть глиноопилочная смесь, которая имеет свойство впитывать в себя воду, молекулярную воду, которая находится в виде пара.
не ту воду, которую брызгаем, поливаем, а и ту тоже, но которая пара, она имеет свойство поглощать. И потом, когда здесь влажность будет в парилке падать за счет нагрева печью и щитком, да, то есть, ну, они осушают, да, воздух, конвективные рубашки осушают воздух, вот. Вот эта штукатурка, то есть, набел, будет избытки влаги, так сказать, отдавать сюда вовнутрь. То есть, это работает как паровлажностный буфер для поддержания, ну, более длительное время оптимальных условий, то есть как бы вот сочетание пара и температуры. Чтобы такие растворы правильно сохли, правильно схватывались и правильно слипались за ними, за штукатуркой, за этой, надо ухаживать некоторое время, да? Значит, все мы знаем, что цемент набирает прочность в течение, в естественных условиях, в течение 28 дней. При повышенной влажности в течение 20 дней, при повышенной температуре и повышенной влажности, ну, вот если район и температура 100, то за сутки, да, то есть набирает прочность проектную. Все мы это знаем прекрасно. Вот, значит, ключевое слово – влажность. Чтобы не было переусыхания раствора, который нанесен на стены, да, за ним надо ухаживать, так же, как за бетоном. Бетон залили, закрываем пленкой, чтобы он влагу не терял. Иначе потрескается неизбежно, будут трещины усыхания. Здесь, чтобы нормально слои между собой слиплись, каждый слой, да, и не было трещин усыхания, потому что местами, ну, превышает 3 сантиметра накид, 4 даже сантиметра накид за один слой. Чтобы не было трещин усыхания, потому что глина и песок, ой, и звездка, значит, делаем вот так два раза в день. То есть надо вот промачиваешь это, полностью. Да, стены. Да, полностью вот это все смачивается. Я вот перед отъездом на выходные на два раза обильно на два раза, то есть я ее всю вот так поливаю и закрываю самое, дверь и уезжаю. Ну вот уже высохший слой, да, то есть ни одной трещины, ни одной микротрещины нигде нету. Они проявляются вот так вот легко, вот когда вот так вот намачиваешь, да, смачиваешь поверхность, то есть трещинки проявляются сразу, их сразу видно встает. Чтобы их не было, надо вот это вот делать, процедуру, то есть, ну, хотя бы два раза в день, то есть. Ну и понятно, что когда мажем эти слои между собой, то поверхность должна быть вот такой, прямо мокрой. То есть каждый следующий слой накладывается на мокрую, не на влажную, а прямо на мокрую поверхность, чтобы она была обеспыленная и способная впитывать влагу. Вот смотрите, что делает этот паршивый клей. Александр, если вот отсюда снимете, вот этот раствор сырой, он 3 часа назад положенный. 4. Это же с клеем, да? Да, с добавкой геркулеса. Вот вода сворачивается капельками, вот она стекает. Вот этот слой нанесен 4 часа назад. Все, вот вода потекла мимо. О! То есть впитываемость снижается, да? Да, гидрофобизация, то есть гидрофобные свойства увеличились. Но при этом паропроницаемость осталась. Эту поверхность можно мыть с мылом, с тряпочкой, с щеточкой, губочкой. То есть, Ну, здесь получается, когда ты уже сделаешь все, вот сейчас, если сравнить вот эти две парилки, в той парилке участвуют отделочники, да. Здесь ты подведешь уже стены так, что останется только их задекорировать цветом, правильно? Да, то есть основа уже будет. Да, основа вот уже создана практически. То есть, ну, это грубо отделка парилки, уже предчистовая или чистовая, ну, только останется цвет дать. Ну, то есть еще надо будет нанести слой декоративный небольшой, там 5-7 мм под фактуру, то есть чтобы рельеф создать на штукатурке. И вот останется здесь вот на этой вишенке, вот на этой, налепить тетеньку с крылами. И головой, и ногами, то есть такое ангелоподобное существо будет, как сова крылья вот так распустит, вот туда, вот в эти ямки, вот сюда и туда. И она головой будет, он туда под бревно заходить, а ноги будут свисать вот здесь, возле двери. Ну, вот, то есть вот, ты вот, когда будешь париться, когда на спине лежать, она будет... Да, она у тебя будет, ты будешь, да, она вот когда головой здесь лежишь, она будет на тебя прямо смотреть. То есть, ну, она такая будет в человеческой форме, то есть это нормальная тетя будет. Физическая птица должна быть. Нет, там птица, она страшная, она вообще безобразная. Она птица, грифон там с такими корявыми ногами и с когтями с огромными. Поэтому решили сделать ангелоподобную тетю решили сюда все-таки сделать. Ну, это как бы все равно женский образ, да, он все равно приносит такое умиротворение, да, то есть, ну, такое вот. Вот, поэтому здесь будет скульптура, Анна будет делать, ну и декорацию тоже, финишную декорацию тоже она будет делать, и раскрашивать тоже, скорее всего, она будет. Ну, хотя с растворами мы с ней поработаем и выкрасы пробные сделаем на звездке, потому что она с этим тоже никогда не работала. Я говорил уже, да, что дорогу осилит идущий, да, если хотите что-то сделать, берите и делайте. Просто берите и делайте, и что-нибудь получится все равно. Руководство другого специалиста. Ну, просто надо, чтобы когда делаешь, надо понимать процессы, которые, с которыми ты соприкоснешься, и какие применить материалы, чтобы остановить эти процессы.
Значит, теперь про дальнейшую газодинамику. Этот купол, он получается подвешенный, да, то есть основной потолок идет гораздо выше. Вот там возле трубы заход воздуха, да, то есть оставлен канал кольцевой вокруг трубы. Значит, туда будет заходить теплый воздух, подогретый, нагретый. Вот из этой конвективной рубашки, а также вот с той стороны печи, там тоже есть конвективная рубашка. Ну, что такое рубашка? Это канал, да, где воздух нагревается и поднимается кверху, то есть создается поток. То есть вот он будет подниматься с той стороны, с той конвективной рубашки, он будет заходить вот сюда в парилку, а вот с этой конвективной рубашки он будет подниматься вон туда под купол и заполнять надкупольное пространство. Надкупольное пространство. Это тот же самый тепловой пирог, защита тепловая, да, завеса тепловая от наружной крыши, потому что как она там утеплена, никто не знает. Ну, вот мы видели там на бревне протечки, да, воздуха. Здесь этот потолок выходит на улицу, то есть тоже может быть протечки. Поэтому там все поштукатурено, точно так же все наружные конструкции, потолок поштукатурен, также точно в три слоя и побеленный. То есть про набел я уже говорил, что набел это обязательное условие чистого воздуха. И побелено. Дальше. Вот этот воздух теплый, который там стоит, понятно, соприкасаясь с наружными стенами, он остывает. Ему надо опускаться, куда-то деваться, чтобы замещаться новым. Да? Вот это вот воздуховод. Из-под купольного пространства воздух, остывая, спускается вот сюда. Вот сюда. А здесь вентиляционная труба, точно так же, как в большой парилке, с забором воздуха 10 сантиметров от пола. Значит, другая часть... Бревно разделяет купол у нас пополам, хотя вот там вот он соединяется вот в этом месте, то есть это общий воздушный объем. Здесь он разделен на два сегмента, да, за счет бревна центрального, на два сегмента. То есть тут воздух поступает только в одну часть, а вот здесь в этом месте он соединяется в общий тепловой пирог, в общую завесу. И который оттуда будет идти, воздух с той рубашки, он поступает в парилку, а который с этой стороны, он поступает в купольное пространство. Вот та часть, которая соединяется, здесь проходит вентиляционная труба, приточная вентиляция, ну, приток воздуха, она будет охлаждать этот воздух. Поэтому труба теплоизолирована и поштукатурена. Точно так же по пенопластам, ну, пеноплексам теплоизолирована 5 см, обтянута сеткой и поштукатурена. Вот таким раствором, на один слой. По сетке. Ну, где-то 7-8 миллиметров там штукатурки. Ну, где-то местами сантиметр. Может, 10-12 миллиметров местами. А так 7-8 миллиметров там, то есть, заштукатурено. Чтобы исключить проникновение влаги и контакт с металлом. С металлом. Потому что труба, ну, оцинкованная. Потому что если будет контакт влаги, вот этой теплой, с металлом, с оцинкованным, то неизбежно возникнет конденсат. На металлической трубе будет высаживаться конденсат. Ему куда-то надо деваться. Он начнет капать, начнет промачивать стены. То есть, ну, эти капли начнут размачивать вот здесь стыки изнутри купола. То есть, это никому не надо. Поэтому, чтобы защитить себя и качественно сделать работу, ну, еще теплоизолировали, то есть, вот эту подводящую холодную трубу. То есть, как бы ее в обязательном порядке. Вот. После этого был создан купол деревянный. После этого был слой дранки. Значит, поштукатурено по сетке, и потом уже вот сейчас предфинишный слой под декорацию, уже по стекловолокну. Значит, будет соль установлена вот так до самого потолка, она будет вот сюда спускаться, здесь по щитку, вот так до самого потолка, то есть вот так вот установлено. Ну, там подсветка, понятно, будет свет, то есть и вот до самого потолка будет вот так вот все забрано солью до трубы. То есть ту заднюю часть купола мы не увидим. У нас вот только рабочее пространство для пара только здесь. Mm-hmm. А там у нас сухой теплый воздух поднимается. То есть вот сюда часть идет вот за щитком, уходит в помещение. И часть вот сюда в надкупольное пространство. То есть здесь мы полностью отобьемся верхнюю часть, чтобы у нас все тепло уходило туда. Да, чтобы у нас пар туда не уходил. Пар, именно который с каменки идет. Здесь мы до потолка поднимаем, вот так стыкуем. То есть и вот по всему периметру печи до трубы. Сейчас, конечно, это все не очень понятно, но вот, в принципе уже видно, что все это почти к финишу подходит. Я думаю, что мы еще раз тут встретимся, когда уже, ну это будет, может попаримся. Да, может и попаримся. Так и... что эту локацию мы еще доснимем. Есть начало, есть продолжение сегодня было. И концовка будет уже, наверное, когда концовка будет уже финиш, когда будет, да, когда чистовая отделка будет, полок станет, все вот это, когда будет все светиться, мерцать, гулять, то есть, ну и печка топиться будет. Ну что сейчас все запечатано, грязь, пыль. Ну рабочий процесс что сделает? Ладно, Бог помощь. Спасибо. Чтобы хватало сил, энергии. Спасибо.